Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и, скорее всего, являетесь стратегическим жёжиком. А на экране у вас продолжение партии за Бразилию в Sid Meier's Civilization 6 в партии на восьмерых. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии, ссылка в описании и в прикрепленном комментарии. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Большое спасибо им за поддержку и всем вам приятного продолжения просмотра. Так быстро. Все пять религий основаны, охренеть. Могу так. Тебе еще дать. Мне еще нужно. Это у нас Эфиоп. И кто-то еще. Так, кто там со мной хотел меняться? Это Фангарио. Ну, предлагаешь вот там, да? Вот у меня есть второй. А, да. Кофе на мед. Я считаю, удачная сделка. Да, будем кофе с медом пить. Хорошо. Только не убивай, пожалуйста. А за что? Ты чё? Меня бы тут не убили. Слабое извержение. Кстати, а вот эту клеточку я бы купил. И вот эту клеточку я бы купил. Вау. Так, я бы тут всё переключил. А, ну, собственно, само и переключилось. Зашибись. Нормальный век. Эх, фак. Ну, давайте каждый город, обращенный в вашу религию, плюс два. Привет. Тут, я думаю, я набью. Привет. Очки. Что тут происходит? Что там? Вьетнам. А, варваров много, что ли? Ну, тут много варваров. Ну, я не знаю, я тут еще. Ну, я вижу, да, что их много. Думаю, как отсюда уйти. Да, тебя не мне Кардиф нафиг надо. Это печально. Блин, надо было поставить. Сейчас надо поставить соседство священного места. Кстати, мне, наверное, во всех городах надо священные места ставить. В общем-то, правда, вот здесь соседство так себе будет. Но в Форталезе 3-4. Но сюда не будем. Ты не туда зашел. 5. Так, мне 50 монет да, надо. Да, нормально, я думаю. Может быть. Это 28. Немец, предложение 35 отдам. Я понимаю, что там кампус тоже на плюс 5, но... Блин, а может мне кампус сначала? Тут как бы производство есть. Блин, я, короче, решил кампус. Ладно. Поставлю потом тут на плюс 3. Так, и все-таки соседство... А, блин, тут поселенцы. Фак. Ладно, не меняю я тут ничего пока. Слушай, как там ускоряется инженерное дело? Три лука, да? Стены построить. Правда? Там, где акведуки? Да. Стены построить. Так, пойдем сахарок пообрабатываем. Ну, пошли сюда ставить, наверное. Вообще, наверное, вот сюда стоит, получается, поспешить. На самом деле, проблема с отсутствием караванов. Я даже не знаю, где они открываются пока. Пошли в стрельбу из луков. Кстати, немец тоже, видимо, пингалу на культуру взял. Так, вот, не знаю, где открываются торговые пути, я открыл как раз торговца. Молодец я. Так, давайте глянем в Ресифе, где тут у нас священочка. Ну, плюс 3, плюс... Тут точно я не буду ставить, как вы понимаете, хорошо. А кампус...
Тут плюс 5 кампус есть зато. Ну вот тут будет, наверное, я скорее сюда поставлю, чтобы его не затапливало. Но я в ресифе торговца сначала сделаю. Блин, варвар. Так, придется под защитой вести пока. Потому что я уже не уверен насчет этого скаута. Из уничтоженного он лагеря или нет. Не, ладно, пускай так растет. Где-то ты разведчика можешь по жопе давать? Ресифе норм. Рио. И Рио норм. На следующем ходу посмотрим. Спасибо. Что-то я... Как там будет? У меня дофига веры, мог бы, конечно... Слушайте, а давайте... Давайте... Священочку тут следующим и распространю религию. Ну, чтобы не давили на меня чужие... Религии. А вот и политическая философия. Найс. Так, в итоге пятую. Так я не понимаю, что там говорят, что не берут религии. До сих пор нету пятой религии. Как это так может быть? А пророков всех взяли. Кто там тормозит? Ну я. Стесняешься? Да, стесняюсь. Ладно, сделаем гениальную мув конем. Дашь 4 голды, дед? Верну 10 опять. Ну, у него денег хватило коня купить, но по-другому он там гребет. Нет, вот так прими. Я хочу. А, блин, я не доделал... Да, не получилось. Подождите, я не доделал третьего пращника. Стопэ. Надо сначала тут доделать пращника. Подожди, я дурак, я тебе отдал свои деньги. Не отдал, да? Ну ладно. Прими как раз. Да, я принял эту. Сейчас тогда 8 наоборот мне тебе надо. 35 надо на священное место. Ну, торговца пока, как я и говорил. И сахарок. Мой кофе с сахаром и медом. Блин, у нас попа слипнется. Черт. Вот тут все, тут рост можно заканчивать пока. Ну, я, наверное, второй сахар еще обработаю, и тоже можно будет с кем-нибудь меняться. Митла. А что, Митла хотит? Нанять великого писателя, нанять великого ученого. Так, ну игра предлагает здесь поставить, но мне кажется, что надо все-таки... Ну, а смысл? Тут я не... Хотя я могу ниже еще тогда. А с другой стороны, если я сюда поставлю, то я все равно ниже могу. И тут надо будет город ставить. Наверное, все-таки на лес поставлю. Фак. Вот это хреново. Так, один ход мне надо отложить пока стрельбу на один ход. Что я следующим ходом третьего пращника доделаю. Много должно быть пращники и дубов. И он мне сейчас разграбит священное место. Но я, наверное, подойду, пускай он обстреливает пращника. Тебе тоже. Ты предлагаешь мне с ними разбираться, да? Нет, 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 я чтобы аккуратнее не сдохли от них. Да, хорошо. Алоха, Трипхувана. Алоха. Чё, как сама? Как дети. Да, что-то как-то. Мало побережья? Да нет, побережья достаточно. А я не могу, да, никак отменить в дереве технологии выбора, чтобы у меня накопилось один ход? Ну что, уже выбрал, то нет. Кстати, Лёш, так дружить-то будем? Да, да. Я уже в твою сторону, по-моему, расселился. Да. Так, открываем стрельбу из лука. Можешь ходить своим разведчиком, дед, чтобы я туда провел пращника, и ты не поставился?
на моей столице. Ну что, эту вести сюда ставить или может... Ага, вот так. Так, кинул предложение Лёша и Трифуане. Так, сейчас гляну. Ну вообще тут на данный момент, конечно, лояльность... Ну, минус 3. Блин, может мне все-таки не селиться туда? Как бы у меня дофига мест. По-хорошему. Что мне там? О, Англия, смотри. Вот у меня здесь есть железо? А вот да. Так оп и нет. Да? Фокусы. Здесь-то где ты хочешь? Возле Кракова, смотри, метку поставил. Да вроде нет. А все вот тут ему было. Там же это, лук. Ну и куда мне этого везти? Разве? Да. Прям, да, чтобы прям вот такие места, ну, чтобы я прям хотел ввести быстрее вижу, город да. ставить. Хорошо. Так, это я бы, наверное, отложил показать, да, на один ход, и хотя я, наверное, не отремонтирую да? пока. Так, следующим ходом политическое. Да. Ладно, просто давайте продолжим вижу, пока поселенцев. Не в Варшаве, не в Кракове. Ну, сносим его, получается. Ну все, значит, убиваем, да? Только за что? Так, у меня... Я вижу одно железо. Вы о чем? Я готов сахаром торговать. Кто хочет, чтобы ему попа слиплась? А сильно слипнется? Ну, расскажешь потом. Блин, он все равно на тебя лезет. Там делать нечего. Наверное, все-таки надо вот тут дорогу провести. Все, ты же живой. И по одному посилу все-таки поставить сюда, я думаю. Так, берем античную республику. Еще на поселенцев оставляем. Может, первый посол и в Митл все-таки закинуть. Пускай будет. Интернет, а где-то там сверху? Это так, соседство поставить. Священного места, естественно. И... Ну вот, ты видел скаут моего? Давайте против стоит. Варваров. Хотя... С поселенцем? Ну да, да, да. Давайте вот прям здесь. Наверное. У меня же ниже так. Я просто вот сюда теперь. Ну, ставь, да. Кинули. А ты на побережье вообще будешь там занимать? Я, может, тогда чуть там на побережье. Просто у меня тут такой залив хороший. Прям вдоль свалило. Дальше, чем правее моей метки. Куда он свалил? Что-что, я тебя вообще плохо слышу, ты фонишь очень. Так, я 35 немцу, по-моему. Ну, ты против, скажи? У кого я брал? А побережье это где? Ну вот, ну, так у тебя воин там стоял. А, это нет, твое, это очень далеко от меня. Занимай, конечно. Чего вы там с англичанами деньги тратите? Ой, точно. Кому там опять? Это тебе, да, дед? Сейчас кину следующим фото. Так, у нас сейчас священное место. И так мы... Слушайте, а у кого я 35 монет брал? У Китая или немца? У немца? Угу. А кого я занимал? У... Это... Польша, да, у тебя? Да, у меня тоже. Да, плюс 4, кстати, на... Наверное. Возможно, на кампус можно будет оставить. Ну, надо отдать. Так, с кем там поторговать можно? Ни с кем. Короче, кто там меня встретил, у меня есть этот... Сахар, если что. Ну, я куда-то сюда хочу везти, но пока класс не... Тебе. Пока непонятно. Так, и я все-таки хочу здесь святилище сначала. Слишком много веры, надо распространять. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей.
Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Ну, я бы перекупил. Так, тут все есть. Фига себе, что так больно? Долбанные, блин. Ну это прикол, он мне может... Это ёперный бабай, ну как ты так больно ударил? Надо было плюс 5 против варваров брать. Никто в гавани не вышел, не подскажет, где они. Ну, после обработки бронзы там 7 технологий. Ну, я вижу. Мне надо в лучника апнуть хоть кого-то. Погоди, но не обязательно мы обработку бронзы открыть, чтобы все остальные открыть. Ой, обработка железа, извини. Обработка железа. Так, там есть кампус. Все, она уходит. То со священочкой 4 деньги нужны. Храм Артемиды. А здесь? Опа. Так, слушайте. Блин. Мне на самом деле могут убить. Сейчас может лучник сюда встать, обстрелять, а этот захватить, и все. И минус. Ой, бля, конченые варвары. Как они меня задолбали, это трындец какой-то. Ну это какой-то мрак просто. Ну вот сейчас не убьет. Но... Все печально становится. Разведчиком дед у столицы моей. Не знаю, зачем я сюда пошел. Спасибо. Смотреть. Ладно, отойду тут без разницы на самом деле. Так, покупаем миссионера. Я даже двоих куплю. Этим пойду тут обращать, этим пойду сюда. Ну, я не хочу здесь ГГшку, конечно, я хочу там свои города ставить. Привет. Привет, дед. О, вот Китай. Здорово. Блин, может мне укрепить религию? Ну, то есть апостолов и на укрепление. Храм Махабодхи я еще не очень... Ну, тут вообще не могу построить, он на лесе строится. Нету рядом со священным местом у меня леса. Ну, мне тут чисто в развитии, у меня очень много места, в общем-то. Нормально города расставлять. Тропических лесов тоже нормально. Фу, слава богу, он куда-то отошел. Поэтому делаем так. Миссионерам давайте тут поисследуем. Этим миссионерам пошли города обращать. Так, и нам... И я хотел... Так, мне надо юниты какие-то все-таки сделать тогда. Давайте колесницу. И где я тут решил Артемиду строить? Ну тут я хочу правительственную, так что, наверное, вот на этом месте тогда. Конечно, холм, жалко. Тут я не хочу вырубать, потому что, ну, это соседство священному месту все дает. Так что, пожалуй, сюда Артемиду.
обработку бронзы ускорили и открыли. Тут у нас обработка железа. Так, в деньги мне надо 100%, потому что у меня как минимум две фабрики на меде и на сахаре. Дед, ты под... И на вине, кстати, еще будет. Слева не собираешься здесь ставить город свой? Под Гнезно слева? Да. Ты имеешь в виду на море? Зачем я это все в открыл? На море, да, вот. Ниже, то есть ниже ты город уже не поставишь. Ну, вправо. Влево, если нет. Ставить, влево, короче, а? Ставь, да. Вправо ставь. Хорошо. Спасибо большое. Блин, и не распространилось, зашибись. Да, блин, гопники. Так, ну мне на патусе где-то надо поставить. Так, значит, этот у нас сюда идет. Пошли потихонечку, поковыляли. Так, Магнус, давайте Магнуса все-таки в Порталезу пока. Потом, возможно, в новый город сюда перекину, чтобы лояльность была. Пора это уже открывать тут. Мне надо найти, где мой развлекательный райончик. Что тут в науке? Так, уже Трипхована явно в деньгах. А тут все примерно поровну идут. Что там? С ученым. Не, я дострою здесь рабочего. Возможно, еще вырублю вот тут. Нет, тут Артемида зашибись будет. Так, блин. Знаете, наверное, на болото поставлю. Просто поставлю на болото. А вон ГГшка. Канди, отлично. И что она хочет? Флотоводца. Канди, кстати, мне нужно, по-моему. Там Канди что-то... Реликвию за каждое новое чудо природы. Я только одно нашел. Я бы засоюзил Канди. Так. Сюда идем. И тут апаем. Видите, тут даже сильнее какая-то другая религия. Иудаизм сильнее эфиопский, хотя казалось бы. Ладно, я сейчас Ресифи обращу или и Порту Алегри, и думаю, норм будет. Так, может реально взять апостола и без храма Махабодки? У меня нормально идет вера. А, подожди, мне же храм еще надо для апостола сначала будет. Блин, а вот это я... Вот это я зря сделал. Сейчас, наверное, убьют меня миссионера, черт. Я не ожидал, что он там появится. Что нужно сделать для ускорения промзон? И шахты построить. Три. Ага. Давайте, наверное, воина. И вместо воина-строителя построим. Да? Ну, пожалуйста, давай ты не... Ну, он, блин, убьет 100%. Фу. Слава богу. Так, это ты здорово, конечно. Ну, что, давайте обращать Канди. Потом к Сан-Паулу зайду. Так, а немец и китаец без религии, да? Угу.
Так, значит, вырубаем. Ставим тут Артемиду. Да фак, ну как так происходит? Ну ё-моё! Просто какой-то трындец. Ладно, это я кампус поставлю. Не обстрелял этого, я не успеваю. Пожалуйста, увеличим таймер. Еще. Ну, я реально не успеваю уже. 2:30, да? Угу. Так, убиваем. Ай, блин. Пошли, наверное, на виноград. Значит, он уже раненый. Нормально. Пока добежишь, тебя уже все убьют нафиг. Так, ну я тут стою, жду возможности обрабатывать. Не, ну ладно, с Артемидой я долго, но я мог раньше, на самом деле, если бы мне таймер не мешал так. Я бы мог раньше. Я как раз по цвету Кри думаю, что-то я Кри не встретил. Это... Так, тут все разграблено. Зашибись, значит, еще строителя делаем. Да, тут, конечно, кампус. Мне 60 монет надо накопить. Стены, верховая езда. Давайте верховую езду. Атинию построил храм Артемиды. Не, ну я-то в Золотой век в следующем выйду, но мне там надо будет явно соседство на, ну, на науку брать. Так, тут все обращено, тогда пошли в сторону Сан-Паула, видимо. Порту-Алегри, я думаю, тоже само обратиться. Твою мать. Серьезно, легион. Лиг, мать его, он. Так. Что? 20% роста и плюс 3 жилья. Но я могу и здесь это сделать. А еще у нас... А вино? Что? Вино, по-моему... дает культуру как раз. Так что давайте я, наверное, здесь в столице делаю на меде. Вот так. Тут пока пойду сюда. Тут купим сорокет. Следующим ходом. Значит, тут ничего не производим. В Рио-де-Жанейро что? Давайте храм. Тут... апгрейд. Так, ничего не производим. Тут я пропускаю ход, мне надо железо обработать.
Ну, вроде все. Даже успел походить. Так, ну давайте тогда проверим города. Еда, рост, ничего не залочено. Ага, тут вот на производство надо. Слушайте, а тут сама клетка через 5 ходов, не, это долго. Так, тут на производство все верно. Еда, производство. Еда, производство. Все, зашибись. Ну, конечно же, варвар встал на кампус. Естественно. И мне не хватает силы его убить. Понятно. Так, вообще мне надо поселенцев продолжать клепать в столице. И храм мне не хватит. Почему мне храм? Один ход было написано. Или два? А, наверное, два. Ни у кого ничего нету. Да. Все какие-то. Все грустят. Да, легион, конечно. Фиг пробьешь. Так, давайте-ка я... Блин, не, лучника я тут не хочу. Может, тяжелую колесницу? А, блин, я ж район тут. Да как? Блин, у меня денег нету, нифига. А, да, мне, походу, надо центр коммерции вот сюда ставить. А мог вообще-то сюда пройти и вырубить тропический лес. Фак. Что-то я, ну... Так, Митлу союзим, потому что она будет давать 15% роста. Ну и территорию откроем заодно. Так, исторические хроники. Блин, немец, я вот недоволен, что ты так выкупаешь клетки в третьем радиусе у меня. Я там кампус хотел поставить, а ты взял, выкупил клетку. Не общаюсь, ничего. Ну, ты в одном городе уже выкупил третий радиус, я ничего не сказал. Ну, во всех ты решил повыкупать? Удобно. Просто молча выкупаем и все, ну хорошо. Ну. Я запомнил. И в следующий раз предупрежу. В какой следующий раз? Где тут следующий раз у нас? Ну. У нас где-то есть следующий раз? Сразу. Или ты думаешь, я не вижу, где тут что выкупается, и ты такой выкупил, думаешь, о, кайф. Нет. Не думаю. Ну, в плане то, что типа кайф. То есть мне только вот здесь осталось поставить. На плюс 4. То есть у меня. Ну, я на плюс 5 не хочу, потому что там будет извергаться постоянно. А, так тут уже обратилось. Так. Блин, сейчас тут ГГшка встанет. Блин. А, так, монумент. Священное место. Только на плюс 2. Так, не, ну давайте строителей здесь. И на производство переключаемся. Так, здесь поселов. И покупаю апостола. Будем укреплять религию уже. Ну что, ну вот почему такие лаги и не, юнит не бежит туда, куда я его отправил? Так, стоим, ждем.
Ну давайте ученичество, наверное. У нас одна шахта есть, сейчас будет вторая, и надо где-то третью еще сделать. В комментариях обязательно будут писать, а что он должен с тобой советовать? Вот люди, не, они, видимо, садятся в игры в FFA играть. Чисто вот то, что они хотят, делают, и все. А потом удивляются, что там где-то кто-то нападает, что-то происходит вообще. Так, Магнуса давайте сюда перебросим сразу. Тебя могут взять вообще-то мой город здесь. Так, давайте попробуем стены построить. Да блин, почему закончился ход? Так, укрепляем. Что возьмем? Крестовый или защитник веры? Религия дальше распространяется. Не, ну что-то надо полезное, мне кажется. Первый посол, священное место. Каждый следующий религию, в котором построено чудо света. Так себе. Каждое священное место. Плюс веру или плюс культуру. То есть... Она у тебя, эта клетка присоединялась, что ли, Лёш? Просто у меня два хода было, я взял и кутул. Так, наверное, всё-таки защитник веры возьму пока. Я не вижу тут более полезных. Дед, я в будущем планирую здесь город, если поставить тебе как под гнездо слева снизу. Нормально. Но я налево не иду. Давайте Рейну в Ресифе. Дальше гильдии. Надо ли мне поставить соседство для кампусов? Я бы, наверное, поставил. Так, и просто... Блин, подождите, нет. Можно выйти отсюда? Давайте Канди, первый посол, просто. Теперь ставим соседство кампуса и плюс 2 влияния. Фак, я ни хрена не успеваю просто. Так, смотрим на этот город. Блин, там... Латники, они реально могут убить. Ой, он уже в осаде. Охренеть. Тоже 20%. Ну, в принципе, для Ресифи это норм. Тут нормально будет расти. Ну про что нужно сделать для ускорения дамбы? Чё-то не помню. Ну, чудо построить. Да? Отлично, следующий такой. Ну, энциклопедия в помощь. Там разве в энциклопедии написано, что нужно для ускорения? А, все. Естественно. Блин. Ну, давайте, наверное, третью шахту сделаю для открытия ученичества. Тут стоим пока. Мне надо выкупить эту клетку, обработать, но нет возможности. Так, тут все. Пошли, наверное, Китай обращать, я думаю. Мои города сами обратятся. Новые.
Ну что, может еще сразу и следующую крепить дальше. Так, кстати, я получу... Так, ну там дороже апостол стоит 210, но вера у меня будет. Ну что, сейчас будут атаковать. Странно, они не... Ну, видимо, они без лагеря не атакуют. То есть мне просто надо зачистить это все здесь. Будь здорова. Пошли, наверное, немецкие города смотреть. Так, центр коммерции я все-таки сначала построю. Венгр, а ты собираешься вообще лагерь уничтожать, или он так и будет из памяти? Который медвежий делает. Он на меня нападает. Ну, пращник. Кайф. Я Москвой, Венгр, понимаешь? А ты... Так, стоим, ждем. Стоим, ждем. И наконец-то в Порталезе. Ну, наверное, сначала рынок. А, ну тем более у меня тут не 7 жителей, а потом священное место. Да, мне надо немца обращать. Этот город. Ну, я сюда потом все-таки поставлю. Наверное, этот вниз сюда поведу куда-нибудь. Вообще, надо уже на побережье. Я думаю, этот прям вот сюда будем делать. Промышленной зоной непонятно. Давайте... Давайте еще строителя вот сюда поведу убирать, чтобы кампус там ставить. Просто, ну, нету смысла этим идти, это будет слишком рано. У меня нету денег выкупать клетки, понимаете? Да вы прикалываетесь, какой-то прикол с этим. Сюда кликаю, юнит идет сюда почему-то. На этом пока все. Спонсоры канала продолжение этой партии могут поискать прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Играйте в умные игры. Слава Беларуси, живее Украина и Россия будет свободной. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.